Смотрите, какая потеря, и что минчане 5-0. Илья Усов. Я такого не видел очень давно. 5-0 за 11 минут. Усов забивает. Ну и судя по движению Артема Демкова, делаем вывод, что Усов первый гол свой в КХЛ только что оформил. Да, в этом сезоне первая шайба. А в прошлом сезоне матча в КХЛ не было у Никиты, так что поздравляем его с первым голом континентальной хоккейной лиги.